Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про кондиционеры Биогрум. Их все можно использовать как бальзам-ополаскиватель, бальзам-кондиционер и бальзам-маску. Для того, чтобы использовать наши кондиционеры как бальзам-ополаскиватель, вам нужно сделать раствор, нанести его на животное с помощью спрея или губки, или любым другим способом. Убедиться в том, что раствор проник до кожи, может быть даже вмассировать его в тело, и потом смыть. Например, минкойл, норковое масло, разводим в пропорции 1 к 4, наносим и смываем. Витоил, самый бюджетный кондиционер в линейке Биогрум, разводится 1 к 200. Разводим, наносим и смываем. Витоил можно смешать с суперкремом. Если вы возьмете одну ложку суперкрема, добавите одну ложку витоила и разведете в пол-литре воды, это будет кондиционер-ополаскиватель. Также вы можете сделать обогащенный шампунь. Для этого берете половину ложки суперкрема или 15 грамм, добавляете 100 мл шампуня Биогрум, смешиваете в 340 мл воды и получаете обогащенный шампунь. Если мы применяем эти средства как бальзам-кондиционер, то мы не смываем. Например, минкойл наносится спреем прямо из бутылки. Очень удобно на выставках, потому что это спиртовой раствор, и он не требует высушивания собаки после применения. Вы наносите мгновенный блеск, как написано на этикетке, и сразу готовы идти в ринг. Витоил разводится пропорции 1 столовая ложка на литр воды или 4 ложки на галлон. Наносите спреем и расчесываете. Суперкрем разводим в пропорции 1 к 24 или 2 чайных ложки на литр. Наносим спреем, расчесываем и не смываем. Далее. Перед тем, как использовать наши средства как бальзам-маска, их нужно развести, а потом, естественно, смыть. Суперкрем разводится 1 к 1. Наносится на шерсть. Животное обязательно выдержит 15-20 до 90 минут, а потом смыть. Суперкрем, этот же раствор, можно использовать как антиколтун. Вы размачиваете колтуны, разбираете тихонечко их руками и потом смываете и расчесываете. Суперкрем можно использовать как крем, потому что это очень концентрированное средство и обеспечивает рост волос и залечивание участков кожи. Витоил. Витоил мы или разводим 2 ложки на литр воды, также наносим и также держим животное до 45 минут. Или втираем масло, не разводя его в кожу и шерсть животного. Имейте в виду, что после масляной маски животное обязательно надо вымыть, даже перед тем, как вы его выведете на улицу. Подробные информации про кондиционеры Биогрум вы можете получить на нашем сайте biogrum.ru, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. И мы всегда ждем вас на Литейного 27 по телефону 812-327-3230. Спасибо за внимание. Всего доброго.